Добрый день, с вами Ксения. Получила заказ от магазина мыло Опт. Пришел он в картонной упаковочке. В этот раз заказывала товары для изготовления сухого твердого шампуня. И покажу вам сейчас свой заказ. Заказывала воду дистиллированную, аптечную, литр. Пластиковая темная упаковочка. Хорошо упакована. Основу для шампуня. Кокосульфат натрия. Указана упаковочка 50 грамм. Срок годности. Производитель Германия. Вторая основа для шампуней. Кокаил ацетонат натрия. Заказывала две упаковочки по 25 грамм. Производство Франция. Мочевину 50 грамм. Производство Украина. Масло Лавра, базовое, нерафинированное, 10 грамм. Масло эфирное эвкалипта, 10 мл, темная стеклянная упаковочка. Также заказывала резак для мыла, металлический, большой. И последнее, что я вижу, накладная с перечнем моего заказа, суммой заказа. Сумма заказа мне составила свыше 150 гривен, и доставка была бесплатная. Также быстрая, за что большое спасибо магазину «Мыло Опт». Всего хорошего, до новых встреч, до свидания.